Что это? Где я? Кто-то приближается. Следит за мной. Эмили Колдуин. Я знал твоего отца в старые времена. Я не думал, что мы встретимся. Я смотрел, как твою мать убили ради вашей крошечной империи. И тебя спас человек в странной маске. Я думал, на этом веселье конец. У тебя выбили почву из-под ног. Ты потеряла трон и своего отца. И я обещаю, Далила тебе их так просто не вернет. Так что ты будешь делать? Твое императорское величество. И хватит ли тебе ума не пролить реки крови? 15 лет назад я спросил тоже у Корма. И этот миг изменил его. Теперь ответь ты. Она жжет изнутри. Но чувство, будто я на краю чего-то. Все эти сказки не лгут. Невероятно. Так я спасу отца и верну себе трон. Что это? Такое родное. Я знаю тебя. Ты помнишь? Это было так давно. Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Мама, ты здесь, но тебя нет. В моей руке, но не здесь. Я всего лишь частица самой себя, и мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить тебя в свои объятия. Но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня. И я направлю тебя, если смогу.
Thank you.